Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами будем мариновать такие вот куриные ножки. А вот, пожалуйста, тоже влили. Сколько у нас? 600 грамм. Одна упаковка 600 грамм. Две штуки взяли. Я думаю, нам будет этого достаточно. Будем мариновать. Как вы поняли, мы хотим испытать наш агрегат. Поэтому эти ножки мы херак. Видите, специально такая салфетка лежит, чтобы если будет фрустика, фохтика, так по-русски, жидкость, короче, если будет жидкость какая-нибудь там собираться, то эта салфеточка, эту влагу, во, видите, влагу будет принимать в себя. Вот такие ножки, видите, хорошо, хорошо сложенные. Васька, ножку будешь? Вася! Вот таким макаром. То есть у нас получается 1,2 кг. И это мы сейчас все. Приправу будем брать обыкновенную, как для гриля, восточный. И у нас еще просто обыкновенная паприка красный. Все, что это делается, сейчас обузуем, перемешаем и поставим в холодильник на пару часов. Мы собираемся завтра. Что это гриль, Нериха? Yes. Что это делает? И такие куски большие, хорошие. Так, немножко нам сейчас еще тоже посолить сразу, значит, я думаю. Ну, как угодно, махнем. Ну. Хорошо слепится. Палки хорошие. Это такое грубое. Она и нюша так вот. Не столько мелочи, видишь. Она и пахнет. Сейчас я маленько соли, ребята, досыплю, то соли, чтобы будет маленько сок, будет сразу выдавать. А может и не надо. Может попозже соль сделаем? Шпулею, да. Я сейчас сразу буду. Сейчас сразу соль. А правда, немножко досыплю. Потому что я думаю, тут соль еще даже есть. Тут уже соль сама в приправе должна быть, по идее. Сейчас все так важно перемешаем. Чтобы каждого отдельно, ребята, не самое, не вилозить. Таким макаром еще добавим. Жалко нету. Мне рукой неудобно. Надо было открыть ее полностью. Сейчас замаринуем, поставим в холодильник. И до завтрашнего дня она все у нас хорошо замаринуется и будет все отлично, ребятки. А завтра будем испытывать. Раз этого перчика сюда. Руки мне хочется. Вот так быстрее будет. Их хорошо. Отлично. Так осовалась маленькая. Так как упадет все. Поэтому это достаточно, мы сейчас подмешаем все. Вообще этот перец, он такой сухой. Она получится у нас только. Она, наверное, даже сок ей не даст. Этот перец вообще такой сухой. Он сразу сушит. Сейчас мы возьмем еще маленькое подсолнечного масла добавим. Ой, вам дам спасибо. Спасибо. Точно не ходи. Видите, руки специально не мою. Руки я не мою. Зон бы меня. Yes. Подсолнечное масло. Сейчас немножко, ребятки, нальем. Может, у нас щипка суховатая. Потому что я тоже досмотрелся в интернете, что именно когда с маслом делается, то получается у нас еще все вот эти вот приправы, она сейчас сухая, и потом она в масло как раз весь вкус отдает потом, я имею в виду, например, приправу. И когда все сухая, а когда ее все с маслом делаешь, то тогда это все отдает, все запахи, все вкусы, этого достаточно уже. Помешаем маленько.
Вот так пахнет. Его сейчас прямо уже кушать можно. Все. Пока получилось. Все, видите, ребятки, получилось. Фибер советовалось. Да, фибер хорошо смотрится. Да, да, конечно, мягенько стало. Еще шкурка стала мягче стала. Только сухая такая была. А это милое дело, ребятки. Все-таки маслицо обязательно нужно добавлять. Еще эту паприку сейчас добавим, наверное. Тоже не сыпется. Это вот это самое. Все равно, как бы не было, влажность по-любому в доме. А это пробки такие, ребята, видите, тут дырка толком не закрывается, потому что они не закрываются уже со временем. И она все равно там получается этот. О, мы пальчиком. Во. И она все, вот отлично приводит. Детская сад. Ну, она, конечно, сразу сушит, сразу, видать, там сушка сухая. Все, отлично, ляшечки у нас как раз нам хватит. Ребятки, мы гостей не ждем, поэтому я думаю, нам еще салаты сейчас будем делать, да. Сейчас так еще готовиться с мамой еще будем. Поэтому, ребятки, вы не думайте, что это мяса будет мало. Это мясо достаточно. Еще мы сейчас салатики будем делать. Все, оставляем теперь до завтрака, потом увидимся. Видите, руки какие чистые. Между прочим, это хороший метод. Только так. А ты какой туалетный А по камере это снова смешно. По барабану. Это, ребятки, смех смехом. Но это потом по-любому, когда будет видео, имеется в виду, отдельное видео будет подрезаться, мы все это рехать. Да, 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 снова лайвстрим. Да, это на всякий случай, как Рихард предложил такую идею. Мы же ждем все-таки, и вы будете за вопросы задавать. Если вопросов не будет, тогда хоть как-то будем что-то показывать, как мы подготавливались к этому видео встречи. Ждем с надеждой вас всех. Так, все, ребятки, это будет теперь стоять до завтрашнего утра. Yep. Все, окей, давай. Вообще, ребятки, нам надо еще сейчас проверить все. Как будет свет у нас на улице. Потому что если мы будем уже делать в 6 часов вечера, у нас уже сейчас уже темно, сейчас у нас как раз тоже полшестого, наверное, уже темно. Ну, спросить тонко. Нам будет посмотреть, как мы там поставим все свет, как все это, как у нас все это будет получаться еще. Главное, там надо сделать так, если будет дождик, тоже надо на это рассчитывать. Если будет дождь, надо где-то лампу поставить, Рихард, так, чтобы у нас дождь не попал. А то у нас будет фейерверк, хватит, все повыбивает. Сейчас мы, ребятки, пойдем еще на улицу, будем посмотреть, как все это поставить. Попробуем тоже, может, там еще заснимем, и все получится. Да, мы будем посмотрим. Да. Мы делаем наше лучшее. То, что выходит, выходит из него. Да, правильно. Мы не имеем никаких больших бюджетов, никаких большого оборудования. Да, я как правильно говорю. Мы будем стараться сделать хорошо. Потому что у нас нет столько много вложений, у нас нет столько много денег именно на покупку всех лампочек, все такие хорошие покупки, ясное дело. Со временем, конечно, мы развиваемся потихоньку. Если будем больше зарабатывать на Ютубе, то понятно, что мы будем больше. Все деньги, ребята, что получается в Ютубе, все и тратится опять же на этот Ютуб. Поэтому если больше будем зарабатывать, то будем больше покупать техники такой. Лампы уже соответствующие хорошие, чтобы уже там и от ветра и от дождя все уже защищенное было. И микрофоны такие же. Все нам надо, ребята. Все будем покупать со временем, конечно. Шлите донаты. Нет, смех смехом, вот так оно и есть. Ну да. Ты же не будешь столько много денег влаживать в это дело. Именно потихоньку вот заработал столько-то. Этот месяц потрачено, заработано, потрачено. Все тратится же опять же на эти же YouTube. Пока еще оттуда ни копейки я никуда не потратил. Нет, танки, на танки покупал. Ja, stimmt, da hast du auch. Я уже прям пару танков. Там hat die Dinge ein bisschen investiert. Да, в танки. Я теперь в танки уже игры не играю. Смотри, там танка 2 или 3 купил, то по-любому уже 150 евро, наверное, где-то я оттуда бы взял туда. Ну как-то так, ребята. Сейчас пойдем посмотрим, что там творится на улице, как будет все это выглядеть. Mal gucken, wo er bleibt. Wir müssen langsam mal fertig werden hier. Hey! Вот ist? Wie lange brauchst du noch? So, ich bin schon fertig. Fertig? Du хочешь mir das выставлять, что ли? So kann man es machen.
Ich habe alles automatisch zensiert, weil ich nur Kopf filme. Also мне сусть нос снимать нечего. Вообще, ребятки, Рикард ищет всякие моменты, все, чтобы было подготовлено у нас к прямому эфиру. Ну, думает, на всякий случай. Где-то будет что-то вставлять. Теперь меня застал тут голову. Давай, вали маленько. А, это холодно. Все, ребятки, встреча на стриме. Не знаю, чем он выдумывает. Ну, это молодец, конечно. Все, готовимся, ребята. Экстримович, Валя Барка уже помыл, сейчас побреется, все дела. И дальше будем готовиться. Все, Рихарик, убирай камеру. Красавец. Раз, ребятки. Сегодня мы не будем бриться этим. Помнишь, что Рихарик? Шпимбетля. Шпимбетля. Настоящие ребята. Очки надо одевать. Вася пришел пожрать, наверное, хочет. Я быстренько. Вчера маленькое пивка попил я, однако, холодного солодильника. Алкоголь фрай, ребята. И это самое, голос, видите? Ну, я поспал хорошо сегодня. Ich habe ihm gerade auch noch mal ein bisschen alkoholfreies Bier in den Kühlschrank gestellt, ne? Ach so, genau, надо было поставить его в холодильник, точно. Я хочу сказать, он в холодильник все поставил себе. Лучше в холодильник, когда чупка, она не такая совсем. Мама там гремит кастрюлями. Когда мама будет тише, вот тоже ее снимешь. Так. Ложись, Вася. Я говорю, Вася. Возьми стул, фрезер называют. Ты обреешь, Васька. Тебе тоже побреть? А если будешь бриться, рвашь, он хочет кушать. Вот я есть, есть же он. Кушай, рвашь. Я. Джигит, я мать. Сейчас ему надо дать жрать, все-таки. Он мне не даст ему успокоиться. Сейчас возьмем держать. Вот. Будет гладиться. Иди. И сузай, красно. На. На это капает там. Готовься, Вася. Сейчас начнется Новый год, бомбочку взрывать. То ты на улицу ни хера не выйдешь. А вчера тоже вечером были ходить, когда хотел выйти, а там кто-то уже начинает дуреть, бомбочки эти взрывают. Он даже с Google высунул ее обратно. Да. Помнишь, там уже такая же песня была, он боялся. Он прям прятался, даже аж под койку. Ну, именно 12 часов, когда начнут бабахать, везде гремит все. Ну, Васька, так что кушай сейчас, сходи в туалет. Хотя, в принципе, на улице можешь сходить сюда. На? Не знаю, как его крепить теперь. У нас раньше другой стол был. Наверное, если тебя разболтает махом. Канон. Эта конструкция-то неплохая. Еще надо тоже кое-какое, где дырявая, старая уже. Aber wäre nicht schlecht, ne? Aber... Как его крепишь тут? Чтобы стоять можно. Там ниже, мы там делаем эту штукенцию, можно поставить под низ. Надо сам туда сюда ходить. Отпадает такой вариант. Было бы не нехило, да? Все гуд. Можно было лампочку, лампу поставить сюда. Было бы перфект. Было бы перфект. Уже не знаю, откуда ветер будет. Если он отсюда его дует, в тот угол, канал, как она будет дуть, иди. Ну, не нехило, в принципе, так и такая. Да, дождик бы не мешал. Смотрите, ребятки, уже комар прилетел. Все для вас стараюсь. Видите, такой свет будет. Бац! Вали две штуки. Ну я прикрутил, по-моему, снова будет тоже попадет. Сейчас мне надо все это открутить и немного сюда дальше поставить. Сколько тут мне кабеля, конечно, хватит. Видишь, не намного я здесь. Сейчас сигар, хватит так долго, я буду кабель по-другому пущу. Ох, все равно, сегодня заматерился. Все равно, хватит. У меня там еще все включено уже. Уже комар прилетел, на лампочку.
Видите, ребята, готовимся к стриму. Погода, как видите, барахло, еще обещает ветер. Его сто раз сегодня, наверное, сказал. Да. Поэтому как-нибудь сейчас попробуем здесь углубить, чтобы я дождь не попадал. Я просто боюсь, что это электричество. Ну да. И жалко, если лампы такие хорошие накроются. А это же ходить керогаз, куда же поставим где-нибудь здесь, наверное. Да. А пока дождь даже еще будет, сейчас играет. Наша игрушка, да? Наша. Регн. Вот я ушатиска маленькая. Я думал, успею там поставить, ребята. Стол маленький отодвинул все. Но там ветерок будет и дождик. Нет. А ты его снимал только, когда я носил с этой палатки, с этой зонтиком. Это я так вот буду сделать. А вот здесь пока поставим. Пускай она замочится. Только тебе надо подумать, куда камеру прикрепить. Камеру тоже оттуда надо будет ставить. Ну. Сейчас будем колдовать с камерой. Ну, макуба. Будем смотреть, как на него будет попадать это. А как его. Будет ли она хорошо снимать или нет? Все, ребятки, для вас. Все для вас, старайтесь.